Я Фоменко Дмитрий Леонидович, проживаю в Харьковской области. Являюсь участником АТО. Имею удостоверение участника боевых действий. Проходил службу в 92-й отдельной механизированной бригаде, расположенную в Чугуевский район Харьковской области, село Башкировка. Нас направили в зону проведения антитеррористической операции для выполнения поставленных задач. Нас обучали противотанковым ракетным установкам, таким как Стугна, Корсар, Метис и ФАПО. Там находились инструктора с других стран, со стороны НАТО. Это инструктора с Америки, инструктора с других стран, с Канады, с Бельгии. Они там обучали десант, наш десант. Меня и нескольких еще ребят отправили в новую, другую бригаду для прохождения дальнейшей службы. Это 43-я отдельная артиллерийская бригада. Мы проходили там службу. Я числился как инструктор противотанковых ракетных установок. Я лично видел, это 40-я или 92-я бригады, которые стоят на направлении Докучаевска, Марьинки, Красногоровки. Оттуда по тем местам и Авдеевка тоже. Вот. И по тем населенным пунктам открывался огонь. С артиллерии с вооруженных сил Украины. Артиллерии гиацинты, МСТА, Грады, 2С1, 2С3. Пока мы там находились, постоянно открывали несколько раз в неделю, раз в 3-4 огонь по ополчению Донбасса, по мирному населению. И зная корректировщиков вооруженных сил Украины, снаряды не всегда приходились по воинским частям ополчения, а также и по мирному населению. Наше правительство нас предало. И были ожидания, все думали, вообще люди были уверены, что не будет войны, что как-то оно все само закончится. Не будет этого всего. И даже если будет, люди... Я старший сержант Иван Владимир Васильевич. Являюсь военнослужащим части 0501, командиром которой является Федосенко Павел Юрьевич. Пришел в армию за тем, чтобы зарабатывать деньги, но не воевать. Потому что наши нехорошие президенты Зеленский и Порошенко разрушили Украину. Ну там много будет, но... При движении с... Я Калдаров Алишер Макамжанович, водитель заражающий, боевые машины разбронных сил Украины. То есть... Там просто много, но в частности рассказывают, как долбили по Донбассу, прикрываясь мирными жителями как щитом, и что инструктировали их западники. Там много, просто нет сил это все слушать и смотреть на этих людей... По крайней мере, их не избивают, не пытают то, что позволяют себе украинцы. Не украинский народ, а украинские власти. При этом боль и ужас украинского народа я могу себе представить. Ну, представляете, какой кошмар, когда взрывы, когда ты живешь в доме, и у тебя там... Во дворе стоит какой-нибудь танк или какая-нибудь установка, которая обстреливает, а в ответ тебе прилетает. Это серьезная тема. Это страшная тема. При этом, представьте, да, живут люди в Киеве, у них все хорошо. Ну, где-то там 8 лет бахает на Донбассе. Но это очень далеко, это неинтересно. И вдруг этот ужас приходит к тебе в дом. Ну, конечно, они будут нас ненавидеть страшно. Конечно. И сейчас не та стадия, когда им можно что-то объяснить. Не та стадия, когда придет осознание. И не стадия рефлексии. Это все придет позже.
и попытка примирения, понимания, объяснения, что у нас не было иного выхода. Не было иного выхода. И что их использовали, и что их задача быть уничтоженными. Им предназначалась задача быть пушечным мясом против России. Быть фитилем, который должен сгореть, чтобы взорвать Россию, чтобы ее уничтожить. Я вынужден признать, что пока план англосаксов работает. Они на многие годы рассорили две части одного народа. На многие годы. И, конечно, когда у тебя погибают соседи, близкие, родственники, друзья, которых ты знаешь, ну, конечно, это очень больно. Это страшно больно. Сомнений нет. И ты не можешь внутри с этим смириться очень долго и понимать, что и как. Конечно, это страшно. И трагедия этой войны с Западом, в том, что нам ее столько лет готовили, нас вели на заклание. И вот теперь мы находимся в этой стадии, когда началась война за наше существование. И нам надо побеждать как на военных фронтах специальной операции, так и на экономическом, который сейчас не менее важен. Поэтому жизненно необходимо эффективно, четко, в требуемое время, но не затягивая, решить военную часть операции. Но напомню, цель спецоперации – не оккупация Украины и присоединение ее к России. Это то, чего очень бы хотел от нас Байден, Блинкен, Нуланд и то, в чем был бы их план. Ни в коем случае. Наша цель очень простая, ясно сформулированная. Мы должны убрать угрозу, исходящую с этой территории. Поэтому это демилитаризация, денацификация, нейтральный статус Украины и защита Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Задача присоединения к себе Украины в любом виде не стоит. Задача оккупации Украины не стоит. И сейчас очень сложно. Я понимаю вчерашние справедливые во многим слова Яковлевича Кедми, что мы стоим вокруг городов. Почему мы не идем и не берем внутрь? Ну, ясно почему. Мы пытаемся сохранить жизни людей. Но это приводит к тому, что, смотрите, нашу взвешенность, нашу попытку сохранить максимальное число мирных жителей начинает воспринимать как слабость, начинает воспринимать как невозможность решить поставленную задачу. Это дает время для введения все новых и новых санкций. А здесь нам, знаете ли, надо уже смотреть по-другому. Совсем по-другому. Нам, знаете ли, надо решать боевую задачу. Поэтому вот сейчас донецкая группировка окружена, разобрать к чертовой матери. Мариуполь, слушайте, пора уже зачищать и брать. Там сейчас идут городские бои. Но каждый раз, когда мы объявляем очередной гуманитарный коридор, мы что, не понимаем, что это чистый обман? Но они нас обманывают, они не собираются ничего делать с этими коридорами. Мы вывозим вместо миллионов людей, которые хотят покинуть, миллионов, как сообщает наше Министерство обороны, мы вывозим сотни, ну и, может быть, в общей сложности тысячи. Не, ребята, надо решать задачу. Если для этого необходимо... Вот Елена Буза пишет, просто у вас кишка тонка. Я вам скажу так, сейчас бессмысленно бросаться словами. Когда операция будет закончена, тогда можно анализировать, что на каком этапе пошло так или не так. Сейчас чего воздух сотрясать? Сначала надо решить задачу. Если для этого необходимы
дополнительные средства, силы. Ну, значит, потому что пока, ну, мы де-факто уничтожили как единое соединение. Ведь признают все, и мировые, и украинские, и какие угодно эксперты, что как единую структуру больше не существует вооруженных сил Украины. Существуют разбитые отдельные сражающиеся в котлах участки разрозненные, где каждый сам себе командир. Ну, такая махновщина. Людей жалко. Очень жалко. Еще посмотрите такой интересный момент. А кто поехал воевать за Неньку? Почему те люди, которые едут воевать за Неньку, это люди-то такого специфического склада? Нацисты. И когда их показывают, то вынуждены признавать, что это нацисты. Немцы сказали, что да, это правые радикалы. Кто-то там из Кореи даже поехал, его лишили паспорта, чтобы он не вернулся, не дай бог. Едут туда хорваты, входящие в запрещенную организацию. Появилась информация, что наняли боевиков из Аль-Нусры, запрещенные в России. Если посмотреть, много фотографий о том, кто это такие, что это за наемники, ну, конечно, ты многое начинаешь понимать. Многое начинаешь понимать.